движется. Ну ничего. А теперь мы переносимся с набережной Александра Пушкина, на которой стоит нескучный сад. Вы многие знаете, наверное, это место по передаче «Что, где, когда». Вот в охотничьем домике снимают «Что, где, когда» в нескучном саду. Вот один из таких же маленьких домиков – это наша школа. Там находится Академия наук. Ваша первая наукоград в России. Поэтому вы точно знаете. И вот если перемещаться, просто идти по набережной, то постепенно вы идете к Воробьевым горам, даже не уходя с этой набережной. И это уже следующий этап жизни, университетский. Сейчас мы споем песню, которая посвящена, написана позднее мною, посвящена моей младшей сестре. Она называется «Геба». И всеми москвичами, особенно студентами, любимое место – это Воробьевы горы, смотровая площадка, вот прекрасное здание университета, одна из семи сталинских высоток. Эта песня написана действительно стоя на смотровой площадке, когда вот перед тобой вся-вся-вся Москва, все университеты, все впереди, все мои бабушки, дедушки, прабабушки, вся семья там внизу. И там есть аллюзии на зимний вечер Александра Пушкина. Вы сейчас услышите, выпьем. Я думаю, услышите все эти цитаты, мною намеренно оставленные там. И, конечно, мой любимый Боб Фосс, прекрасный режиссер, кабаре, весь этот джаз и так далее. Посвящение моей сестре. Ни в одном твоем глазу сна бедной юности моей, Геба, вряд ли время есть в году тяжелее, чем весна. Брось конспект и посмотри в небо. 20 лет мягкий цвет самолета, белый свет, непокой после бед и неволи, и летящий с белых яблонь цвет растворился в головной боли. Покоя в Воробьёвы затопило листва, и универ стоит, как на Голгофе. Внизу на Перковке первый медсестра боит на Соколе. Из тех в Долгове придет пора, распахивает настежь дверь и кружится на кольце садов. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым. И поклонная гора с плеч стоит только на нее дунуть. Третий час уже пора лечь и лежать, и в темноте думать. Третий час, не молчась, в голове весь этот джаз, и расслабленно звучит кода. И останется тебя часть в тяжелейшем из времен года. Огонь Воробьёвы затопило листва, и у небес стоит, как на Голгофе. Внизу на Перковке первый медсестра поит о Соколе. Из тех в Голгофе придёт пора, распахивается настежь дверь и кружится на кольце за домом. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым. А этот август, сестра, поверь, будет яблочным и медовым. Распахивает снаряд.